Режиссер-педагог, лауреат международных кинофестивалей, автор лаборатории документального кино Елена Демидова собрала слушателей из разных регионов России. Курс длится год, он поделен на 3 сессии. Итогом должен стать короткометражный фильм. На базе холдинга New Media Group прошел круглый стол «Документальное кино в регионах России. Тенденции и перспективы», приуроченный к завершению 2-й онлайн-сессии. Как и в любой работе, есть какие-то такие рэперные точки, есть правильные понятия, как это делать. Может быть, их можно нарушать, но нужно нарушать, тоже зная, что существуют какие-то правила. Алана Мсараева приняла участие в создании 2 документальных фильмов. Она приглашена членом жюри Московского международного кинофестиваля в секции «Кино Азиатско-Тихоокеанского региона». Участники круглого стола поделились мнением о состоянии кинематографа в регионах. Людей с горящими глазами, с пылающим сердцем, которые хотят снимать и хотят снимать хорошее кино, их много. Раньше онлайн-платформы, кинотеатры, они были заинтересованы только вот в игровом, таком зрительском кино. Сейчас для документалистики открыты все возможности. Онлайн-площадки с удовольствием берут такое кино, если оно сделано хорошо, если история интересна. Участники круглого стола выделили основные проблемы. Недостаточное финансирование, отсутствие связи между кинематографистами внутри региона и сложный документооборот при производстве. Но все эти трудности уходят на 2-й план, когда есть потрясающие идея и локации. Еще, как говорил наш коллега с альбома Лыгденов, Бурятия является огромной настоящей первозданной такой хорошей киноплощадкой, где можно снять любое кино про все что угодно. Индустрию вливаются новые люди, творческие в том числе, которые нестандартно подходят к каким-то задачам, снимают классные документальные фильмы. Лаборатория – это питательная среда для участников. Здесь они учатся у мастеров, вместе растут и понимают, что снять хорошее кино можно везде. Главное – идея и неутомимая работа. Наталья Нунай, Булат Зандаков, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал» и холдинг New Media Group, информационный партнер лаборатории документального кино.